Хе-хей, всем привет! Всем здравствуйте, собственно говоря. Это Dark U. Так, сейчас погоди. Dark U, а я настраиваю. Настраиваю свою телефонию. Собственно. Короче, это Dark U. Да, я говорю, что это будет последняя серия, но как оказывается, что нет, есть еще DLC. Я поставил все таймер, и, собственно, DLC. Тут у нас еще две есть, башня и склеп. Давай начнем, собственно, с башни. Процесс в голове будет утерян, не знаю почему, но... Окей. Неплохо. Угу. Отрубленная голова. Допустим. Хорошо. Так, пробел. Ну, отрубленная голова еще не подходит. То хорошо. Хорошо, смотрим дальше. Что это? Что меняет? Отрубленная голова. Ага. А чем меняется-то, собственно говоря? Так нихуя же не меняется. Это что? Ремень. Хорошо. Ремень для чего? Ремень, скорее всего, вот сюда. Угу. Да, действительно. Окей. А, сюда, значит, нужно что-то поставить. Понято. Тут что? Не совсем непонятно, для чего это сделано, потому что... Окей, третий этаж. Ага. Голова. Это вторая голова, кстати. Понятно. Овер до хера головоломок. Овер много их тут. Вентиль от люка. А тут что нужно? Ага. Погоди-ка. Допустим. Вот так.
Так. Да, сложно. Мне нужно, короче, сделать так, чтобы... вот так. Вот так. Далее вот. Вот, теперь я ту включил. Теперь мне нужно обратно сюда, 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 сюда. Так, 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 во. Ебать. Окей. Так, ключ. Хуяк. Удлинитель. Отлично. Теперь мы бежим вот сюда. Нет, мы бежим теперь не сюда. Мы бежим на третий этаж. Далее мы идем вот сюда. Вот сюда используем удлинитель. Почему удлинитель-то не работает? Давай-ка вниз. Голова. Голова. Так, две из пяти голов у нас есть. Нахера сюда я проход открыл, я пока не знаю.
А, тогда что-то должно упасть. Хорошо, допустим. На третьем больше ничего нету. Хорошо. Ключ. А, ключ. Теперь, значит, вот сюда. Вот сюда. Потом. Так, ключ. Теперь глаз, череп и вот эта хуйня. Глаз, череп и вот эта хуйня. Глаз. Вот здесь черепа не хватает. Черепа не хватает. Черепа не хватает. Черепа не хватает. Не череп. Вот пятый этаж. Черепа не хватает. На что нам нужен череп? Еще выше могу подняться. Погоди. Окей. А, ну тут мы уже были, да, точно. Я вспомнил. Теперь мне нужно, получается, еще одну что-то с вентилем придумать. С вентилем, а что с вентилем? Ну тут ничего нету. А вот здесь есть. А что здесь есть? Мне чего-то не хватает. Мне для чего-то нужен вентиль. Вопрос для чего?
Ага. Окей, погоди, давай вот так вот. Мне нужен еще один электрический прибор или что? Но сюда я не могу. Туда не могу, сюда тоже не могу. А для чего тогда это было сделано? Погоди-ка, не понимаю. Но пятый это последний этаж. Но вентиль сюда однозначно не подходит. И вернуться я туда не могу. Зато я могу пройти вот сюда. Совсем понимаю, что это за аниме. Давай вернемся в самое начало. Ну, давай вот так вот. А, ну тут голова была. Окей. Погоди, пока серьезно не понимаю. Ну вот здесь есть какой-то промежуточек. Я так думаю, что он откроется именно тогда, когда я подам электричество, либо еще что-то. Там есть что-то во тьме. Только вот что? Это уже другой вопрос. Так, ну допустим. Окей. Вот оно. Так, хорошо. Пока все понятно. Что нихуя не понятно. Так, надо погоди, это не сюда, или значит вот сюда вот. Это на третьем этаже, наверное. Нет, не на третьем. На четвертом. Не на четвертом. На каком, на пятом? Ну не на втором же. Да. Вот теперь сюда. В смысле, блядь? А череп, хуйня. Ой,
Ключ, хуйня, глаз, череп. Так, ключ. Смотри. А ключ. Там хуйня, глаз, череп. Ключ, хуйня, глаз, череп, треугольник. Ключ. Вот так сейчас. Смотри, делаем. Ключ, хуйня, глаз, череп. И вот сюда, вот и вот это вот треугольник. Во. Вот так вот. Я так думаю. Да. И чё нахуя? Вопрос, а нахуя я это открыл? Мне получается все-таки поверху надо было. Да, поверху. Так, это что? Еще один удлинитель, окей. С этим я знаю, как теперь делать. С удлинителем я знаю, как бороться. Все, погнали. Нам нужно на третий этаж. Вот он, третий этаж. Я уже запомнил, смотри-ка. Вот так вот. Хуяк, хуяк. Во. Теперь. Один. А. 5-1. Один, четыре, шесть. Теперь. Один, четыре, шесть. Все получается. А. Так, допустим. Вот. Теперь сюда. А, пятая голова-то это моя, получается, нужна была. Прикол. Как оригинально. Отрубленная голова. Охуенно. А можно мне голову забрать? Нельзя? А вот, это первое DLC-шка. Погнали второе. Склеп. Да. А, склеп мы уже продолжаем без головы, собственно говоря. Хорошо. Угу. Это что такое?
Неплохо. А, я понял, в чем сложность. А в смысле? Какой-то, что, блядь, за хуйня? Окей, головушка катится. Твою мать, нахуй ты так резко вылазишь? Так.
А он ничего не даст с ним сделать? Ну ладно, оставим пока так. Пока непонятно ни хера. Типа что, голова не там, где нужно, или что? Походу, да. Вот это должна быть самая высокая. Вот это должна быть самая высокая. Это на одну ступеньку пониже. Вот так вот. И это тоже на одну ступеньку пониже. Это наравне. Это ниже. Вот так вот где-то. Это ниже, это ниже, это ниже. Ну-ка. Во. Бой гениальный. Знаешь, что за нахуй? Так погоди. Мне куда-то сюда нужно. Секретный череп. Хераси. Погоди. Моя в непонимейшн. Угу. А. Окей. Плюс фрагмент стены. Мы возвращаемся. Так, хорошо. Угу. Так, смотри. Нам нужно опять же сделать это вот сюда. Нет. Опять же сделать это вот сюда. Теперь это сделать вот сюда. Вот.
теперь вот это вот сюда. Нет. Обратно сюда. Ой, блядь, это что, тошнота ебаная. Пошла какая-то. Вот. И теперь обратно. Отлично. Плюс один. Теперь мне нужно в самый низ закинуть вот эту. Вот так вот это сделать проще всего. Вот так. Вот так. И вот так. И вот так. Рычаг. А, я типа мог туда поставить фрагмент стены. Окей. Типа, чтобы не кататься. Нахуй. Нахуй. Я туда не пойду. Я же не дурачок. В конце концов. Ну допустим, я сюда головой-то прикачусь, а что дальше-то? Во, смотри, мы катимся, сейчас туда катимся на лифт. А вместе на лифте поднимаемся. Вот. Бля, сейчас скримак какой-нибудь вылезет, вы пиздец. Погоди-ка, а может все правильно? Может-то быть все и правильно, может так оно и нужно. Типа ты сюда голову ставишь, а там открывается дверь. Бу. Сюда ставлю фрагмент стены и сейчас смогу по потолку хуярить бегать. Да? Да. О, что за нахуй? Какого хуя? Значит, мне не там нужно по потолку бегать, значит, мне нужно забрать. Я пока, честно говоря, вообще не понимаю толком. Но у меня есть еще рычаг. Который я пока не знаю, куда применить.
По всей видимости, да. А, вот так вот надо, наверное, сделать. Херак. Или нет? А рычаг-то, погоди, для чего? Погоди, это что значит? Туда-то. Вот так вот, скорее всего. Я так думаю. Угу. Ага, значит, точки — это пустота. Тогда, получается, мне нужно вот это вот сюда и вот так вот запустить примерно. Ну-ка. Угу. Ну-ка так. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так. Можно еще раз послушать, пожалуйста? Так, еще раз. Ага. Два маленьких, один средний, маленький, потом. Вот, вот, слушаем. Угу. Вот так, наверное, как-то. Нет. Стоп. Еще раз.
Вот так. Смотри, нажимаем. Еще раз. Нажимаем. Ебать. Это просто охуенно. И чё, и всё? Смотри, ещё раз. Мы нажимаем. Блять. Я пиздец туплю. Пиздец. Это пиздекшн, эрекшн, сатисфэкшн, коллаборэншн. Ключ череп. Окей. О, голум. Это голум. Это голум из... Окей. Так, а если я сюда приду, они меня выебут, да? Ну, конечно. Так, смотри, я, значит, иду сюда. Иду сюда. Ставлю камень. Вот так. Спускаюсь. Открываю. Теперь я, значит, ставлю вот сюда голову. Бегу туда. Допустим.
Ну, с головой они ничего не делают, хорошо. Понято, принято и послано нахуй. Да, понял. Так, допустим, я теперь сюда могу пойти. Рычаг. Окей. Пока это пиздец сложно. Это пока что пиздец как сложно. А нет, погоди. Я должен вот сюда голову поставить. Теперь я должен переехать, наверное. Дальше я должен зайти вот сюда. Какого хуя? Пойти сюда, да. Окей, теперь я перелазю. И иду туда. Бля, серия на 1,5 часа ебануться. Но зато игру пройдем. Но ничего-то не хватает. Но голова побыстрее двигается. Но туда мне возвращаться точно незачем. Я так думаю. Хотя хер его знает. У меня только фрагмент стены с собой. Давай пока оставим этого чувака здесь. Мне нужна какая-то хуйня. Я так понимаю, что я там ключ достану. Это третий этаж. Кстати, на третьем этаже мы были. Он тогда в эту сторону был закрыт. Давай вернемся. Ох. Короче, я не знаю, сколько я тут еще промучился, час, полчаса. Я заметил вот такую вот штуку. Вот такую вот, видишь, сверху, сверху, вот эту вот херню. А я заметил это, я по итогу решил попробовать, и оказывается, ты берешь вот так вот, идешь сюда. Ну да. А забыл про это. Вот сюда вот перекидываешь. Идешь сюда обратно. Потом сюда
сюда перекатываешься, катишься вот сюда, и здесь есть замочек. Замочек. Знаешь, вот так, хуяк, и оно открылось. Я в ахуе. Я в ахуе просто. Я столько дрочился, мучился, блядь. А это все было так просто, изично. Ну да ладно. Вот, собственно. Окей. Как это меняется вверх, вниз? А, пробил, я должен зажать, окей. Вот так вот. Вот так. Вот так. Но это не сложно, кстати. Не так сложно, как кажется. Так вот. Вот так вот я сразу сделаю. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Нет. Вот так, вот так. Вот так. Пока что черепки я вот сюда закину. Ключики, соответственно, тоже. Вот, теперь смотри, мне что нужно. Мне нужно, получается, сюда черепки. Вот так вот. Я не знаю, что это даст, но надеюсь, это даст проход игры. Вот так. Вот так. Ох, хорошо. Ебать. Потерянная монета, найден новый объект. Окей. Дальше что? Что с этой монетой мне делать? А, ну это я перекинул, значит было можно обратно сейчас будет вернуть. Потерянная монета, потерянная монета. Куда я могу потерянную монету закинуть? Я просто думаю и недоумеваю. Ну, скорее всего. Возможно, я так предполагаю, что потерянную монету нужно куда-то вставить. Капитан, очевидно, здесь, да, ты прям подметил. Давай, поехали. Окей, давай, потерянная монета. Для чего может быть потерянная монета? Пока что загадка у нас осталась еще одна вот эта. Вот она, потерянная монета. Вот. Теперь. А, нам еще головой нужно управлять, пиздец. Окей. Давай голову перекинем туда.
Мне получается нужно. Вот это вот все. Сначала сюда проехаться, все активировать, все настроить, а потом уже проходить. Нахуй так сложно все. Ой, не туда бегу. Не туда бегу. Прошлая часть мне показалась гораздо проще. Которая была ужас или башня, или как там она правильно называется. Вот, я сейчас ставлю сюда. Ага. Окей. Блять. А чё, так можно было, что ли? Почему это дерьмо нельзя просто взять и настроить? Да. Да ну ёбаный свет. Если мне за это не дадут, блядь, победу просто, я не знаю. Блять, как я тебя ненавижу, гнида ебаная. Так, ладно, действуем на опережение.
Я не специально, он сам соскочил. Это уже не я, эта игра наебывает. Не смотри на меня. Ай, ты сука какая! Ладно, походу нельзя поднастроить сразу же. К сожалению. Окей. А ты заебал там ползать. Ты же мертвая голова отрубленная, хули тебе боец? Хули спрашивает тебе боец? Ты же мертвая голова всего лишь. А ключ, вот ключ, ключ. А, так мне больше нахуй ничего и не надо получается. Все. Смотри, я получается что делаю? Я же вернулся головой, да? Ну да. Вот. Сейчас я перехожу туда и все, и завершаю игру. Окей. Давай. Ебать, это еще монтировать. А ведь хотел с одного дубля все записать. Хотел. Вот не поверишь, вот хотел. Не дали. Не дали, суки. Хотел проснуться в холодном поту, а проснулся в холодном гробу. А, типа мне двигаться не надо? Ебать. Но я управлять не могу, все, меня забрали управление. Сейчас скримат будет, смотри. Ну ладно. Вот, вот такая вот Dark You, fuck you, заебала она меня. You complete edition. Edition на... Да. Короче, на этом заканчивается Dark You. Спасибо за просмотр. Как всегда, подписывайтесь, ставь лайк, комментируй и лайк, и комментарий за моим обучением, я думаю, можно поставить. Поэтому. До новых игрушек, хорошего настроения и пока.